делать. Володя, Эдик, вы первопроходцы. Вы первые советские альпинисты, которые взошли на Эверест. Ну вот, что вы чувствовали в тот момент? Я в тот момент чувствовал просто сознание выполненного долга, только и все. Да, ну, это тоже, но у меня вот, например, еще такое ощущение было, ну, что ли, жалко, что вот цель какая-то была, она существовала несколько лет для нескольких поколений советских альпинистов, и вот когда мы ее достигли, собственно, она перестала существовать. Выше всех гор поднимаются над облаками Гималаи. Среди них самая высокая вершина на планете – Эверест. Так называют ее европейцы. Шерпы называют Джомолунгма. Больше 100 лет альпинисты не могли покорить Эверест. Для 60 человек этот спор с горой стоил жизни. 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей первыми поднялись на Эверест. С тех пор 118 человек побывали на первой вершине мира. Среди ее покорителей 11 советских альпинистов. Непал, Лукла. Отсюда начинается дорога к подножию Эвереста. Лукла – небольшое гималайское селение, расположенное на высоте 2200 метров. Живут здесь главным образом шерпы. Бодрые духом, покладистые и мужественные, обладающие исключительной смелостью, шерпы – прекрасные товарищи при восхождении на вершину. Так характеризуют этот немногочисленный народ альпинисты из разных стран. Источник дохода шерпов – работа носильщиками в экспедициях. Грузы носят все – мужчины, женщины и даже дети. А единственный транспорт здесь – яки. Но и они, навьюченные грузом до 60 килограммов, с трудом преодолевают эти тропы. Часто встречаются камни с высеченными словами буддийской молитвы «Ом мани падме хум» – «Славься, о драгоценный камень в цветке лотоса». Смысл этих слов толкуют по-разному. Носильщики считают, что они вселяют надежду и уверенность, потому и высекают их повсюду, где идут караваны.
Высота 3500 метров. Здесь тропа из Луклы проходит через Намчи-базар. О нем знаменитый шерпа Тенцинг Норгей сказал: «У нас нет городов, нет даже больших сел. Самая большая деревня – Намчи-базар». Она стала знаменитой после первых экспедиций на Эверест, которые шли со стороны Непала. Погода здесь капризна и переменчива. Приходится просить тепла и безветрия у богов. Может быть, помогут эти разноцветные флажки? Но просьбы учитываются далеко не всегда. Только что светило солнце, и вот уже снег. Новым всплеском солнца среди вершин открылся Эверест. Здесь в горах магазинов нет. Жители покупают все необходимое у странствующих торговцев. Чего только нет на этих кочующих базарчиках. Старинные тибетские украшения и неизвестно откуда взявшаяся ковбойская шляпа. Нож, топор, кхухри, вооружение солдат гурхов. И предмет первой необходимости в хозяйстве. Здесь же походные культовые принадлежности. Ом мани падме хум. Славься, о драгоценный камень в цветке лотоса. Вращаются молитвенные колеса у подножия горы, на склоне которой расположен монастырь Тьянгбочи. Вот уже 3 десятилетия у стен монастыря делают привал экспедиции, идущие на Эверест. Здесь за умеренную плату ламы берутся выпросить у богов благосклонность к восходителю. По ритуалу молитвенные колеса надо обходить по часовой стрелке и крутить правой рукой. Чужестранец, правда, может проделать то же самое левой. Говорят, что Будда на него не обидится, но ничего и не исполнит. Снова долгая и монотонная дорога. Был в Гималаях случай, когда швейцарские альпинисты, чтобы сэкономить время и силы, использовали моноплан. Но, оказавшись на высоте 5000 метров, были вынуждены поспешно спуститься из-за жестоких приступов горной болезни. Постепенный и медленный подъем необходим. От метра к метру организм привыкает к высоте. Идет процесс акклиматизации. Высота 5400 метров. Обычно здесь, на леднике Кхумбу, устраивают базовый лагерь экспедиции на Эверест. Здесь же поставила свой лагерь и первая советская гималайская экспедиция.
22 марта над базовым лагерем был поднят флаг нашей Родины. Вместе с альпинистами эту радость разделили и участники съемочной группы клуба кинопутешествий. Приступая к подготовке этой экспедиции, мы исходили из большого опыта, который имеют наши альпинисты при восхождениях на семитысячники Памира и Тяньшане. Поэтому мы считали, что первое советское восхождение на Эверест должно обязательно проходить по новому, сложному пути, так, чтобы это было новым словом в высотном альпинизме. Маршрут естественным образом делится на три части. Нижняя часть от лагеря 6500, отсюда вот, до примерно второго лагеря, до высоты 7300, вот этот вот участок. Это наиболее простая часть маршрута. Сложности тут были связаны с тем, что было большое оледенение и много снега. Крутизна порядка 40, может быть, до 50 градусов. И это не является ключевой частью маршрута. Наиболее серьезная, очень сложная и ключевая часть маршрута – это от лагеря 2, от высот порядка 7500 метров до 8500 метров, то есть где-то до выхода на западный гребень. Вот этот вот участок. И, наконец, последний, третий участок. Здесь сложность связана в основном с тем, что мы работаем тут уже на предельных высотах, от 8500 до вершины. Это участок по западному гребню, который проходился уже другими экспедициями в свое время, которые поднимались вообще целиком по западному гребню. Первое препятствие на пути к вершине – ледопад Хумбу. Хаотическое нагромождение гигантских глыб, глыб, которые находятся в постоянном движении. Некоторые из них достигают размеров многоэтажного дома. Со скоростью метр в сутки ледяная река из-под вершины Эвереста подбирается к скальной ступени на высоте около 6000 метров. Ломаясь на ней, она с грохотом обрушивается вниз. Так рождается 600-метровый ледопад. Отдельные его участки остались в памяти участников английской экспедиции 1953 года, как кошмар Хиллари, атомная бомба, атомный котел. Англичане говорили, что ходить здесь равносильно самоубийству. Многие экспедиции теряли людей, и
многие альпинисты получали травмы в ледопаде. Для того, чтобы обеспечить восхождение на Эверест, необходимо, чтобы дорога в Западный цирк работала постоянно. Постоянно функционировала. Это так называемая для нас, для экспедиции на Эверест, это дорога жизни. И поэтому каждый второй или третий день приходится выходить в этот ледопад и работать там. Ну, ледопад меняется. Одни трещины расходятся, другие сходятся. И, например, вот что он делает за одни сутки с лестницей, которая простояла, вроде бы висела в воздухе. Вчера она висела, сегодня она вот сжата льдами настолько, что уже ее использовать невозможно. Десятки раз, уходя на высотные работы и возвращаясь в базовый лагерь, альпинисты проходили через ледопад к Хумбу. Скоро к нему привыкли и относились спокойно. Больше занимала подготовка к штурму. Никто не знал, что такое высота 8800 метров. Еще раз проверялась надежность креплений, тщательно подгонялось снаряжение. Высота настораживала больше, чем ледопад. Именно там, на стене, и произошла первая неудача. В общем-то, я сорвался. Я подносил снаряжение. Снаряжение подносил, оно лежало немножко ниже палатки, метров 10-15, нагрузил довольно тяжелый рюкзак. Но вот Леша уже говорил, вышло солнце, скалы пригрело. Ну и вероятнее всего, что один из крючев не выдержал. И вот на участке мне пришлось немножко полетать. Я сорвался. Немножко упасть. Да, упасть. И как далеко, Леша, он мог упасть? Ну, мог он упасть очень далеко, потому что прямо под нами стена где-то метров 300, и далее очень крутой кулуар буквально до нашего первого лагеря, 6500. И, конечно, все хорошо, что кончилось так благополучно, без травм. Юра даже практически не ушибся. И не успел испугаться. И не успел испугаться. Абсолютно. Да, но, конечно, могло быть и совсем по-другому. Да, могло быть по-другому. И забегая вперед, скажем, по-другому и случилось. А пока все в порядке. Юрия Голодова и Алексея Москальцова провожают на восхождение. Через несколько часов неожиданно заработала рация. Что-то случилось. Но из первых беглых сообщений объективную картину представить трудно. Те, кто наверху, смягчают краски. Стараются зря не волновать товарищей. Такое правило у альпинистов. Евгений Игоревич, Голодов по рации. Слышите, слышите меня, прием. Отлично слышу, Юра, отлично, прием. Евгений Игоревич, здесь по выходу на базу на 5 были большие трещины, но была поставлена лестница. Леша упал с лестницы, трещина. Я сейчас его вытащил, он наверху. В общем, все нормально, но не так сильно подвернул ногу. Вероятнее всего, мне сейчас с ним надо будет спускаться вниз, подходим и придем. Можно тебя на встречу высадить из нее? Я, значит, думаю, что лучше всего, если б вышел Леша, ну и, может быть, Орловский. Ну, это на всякий случай, но я вообще с Лешей потихонечку начал спуск вниз. Как меня поняли, прием. Если что, имейте для меня, я на прием. Хорошо, значит, начинайте спуск, сейчас к вам выйдут. Алексей Москальцов упал в трещину на ледопаде, пролетел 15 метров, около 5 этажей, но сумел задержать падение и нашел силы обвязаться веревкой. Поэтому Юрий Голодов и смог быстро вытащить товарища из пропасти. На помощь вышла группа с врачом экспедиции Светом Петровичем Орловским.
Алексея доставили в базовый лагерь, где под присмотром врача он находился до конца экспедиции. Базовый лагерь заменял альпинистам родной дом. Он был единственным местом, где не грозила опасность. Здесь не было ни лавин, ни камнепадов. И здесь можно было спать спокойно. Самое оживленное место. Владимир Воскобойников, консультант экспедиции по питанию, как мог старался разнообразить меню. Как удавалось ему, не зная ни одного восточного языка, объясняться со своими помощниками-шерпами, тайна, которой, может быть, заинтересуется лингвист. Для каждого лагеря, для каждой высоты предназначен свой рацион. Высококалорийный и легкий. А хочется наверху каши с маслом, щей, соленых огурцов, сала. Штурм Эвереста продолжался около 2 месяцев. Из них большая часть времени ушла на обработку маршрута. 3500 метров отделяли базовый лагерь от вершины. На этом расстоянии нужно было установить 4 промежуточных лагеря и 5-й штурмовой. Поставить палатки, занести туда спальные мешки, кислород, продукты. Между лагерями вбить страховочные крючья, навесить перила. Первый лагерь был поставлен на высоте 6500 метров. Вместе с нашими альпинистами работали шерпы. Они отличные высотники, хорошо переносят низкие температуры и нехватку кислорода. Но подняться выше 3-го лагеря, выше 7850 метров, шерпы не смогли.
На маршруте, который выбрала советская экспедиция, мало быть выносливым. Надо быть еще и отличным скалолазом. Шерпы же высокой техникой скалолазания не владеют. Все высотные работы на маршруте по юго-западной стене выполняли сами альпинисты. Хотя в других экспедициях этот изнурительный труд ложился на плечи шерпов. Еще несколько лет назад прохождение такого маршрута считалось невозможным, сказал при встрече с нашими альпинистами Эдмунд Хиллари, один из первовосходителей на Эверест. Я думал, это команда самоубийц, так оценил маршрут Рейнхольд Месснер, дважды побывавший на вершине Эвереста. Температура падала до минус 40. Порывы ветра достигали 50 метров в секунду, угрожая сорвать людей со стены. И в таких условиях они карабкались вверх с 20-килограммовыми рюкзаками. Чем выше, тем труднее становился подъем. Барометрическое давление в 3 раза меньше. В 3 раза меньше и кислорода в воздухе. Здесь все против человека. Здесь каждый грамм тяжелее пуда. А баллон с кислородом – это 3000 граммов. Поэтому идти с кислородом или без – вопрос непростой. Из-за нехватки кислорода притупляется мышление, теряется координация движений, начинается расстройство зрения, опасность обморожения возрастает. Еще в Москве было решено при восхождении использовать кислород. Спустя месяц после первого на высоте 8250 метров был разбит 4-й лагерь. Оставалось пройти 250 метров и установить последний, 5-й штурмовой. Но силы на исходе. Принимается решение не вверх, а вниз, в зеленую зону к монастырю Тьянгбочи. Слава, у меня вопрос к тебе, как к врачу. Ну вот, целесообразно спускаться сюда на отдых? Важно это? Да, мы считаем, что это очень важно. Дело в том, что наш базовый лагерь расположен на высоте Эльбруса, то есть довольно высоко. И поэтому организм не восстанавливается, он должен отдохнуть. И вот именно вот эта обстановка, вот вы видите, тут зелено, довольно тепло. А у нас в лагере, например, ночью минус 10, минус 7. Вот, днем, ну, тоже плюсовая температура, но не настолько она, так сказать, и каждый день выпадает снег. В этом году вообще очень плохая погода. Поэтому
Мы считаем, что отдых тут обязательно необходим. Да. Еще один пакет. Здесь, в зеленой зоне, альпинисты наконец-то получили долгожданные письма из дома. Это подарок. Чаю, друзья. От пятимесячного сына. Вова, Вова, разверни. Разверни, разверни. Картинка. А вторая, что у тебя? Еще одна пачка. Вторая пачка, да. Ну и что? Это в бейскэмп. Валя, а где же? Валя, а где же кассета? 29 апреля. Базовый лагерь провожает Эдуарда Мысловского и Владимира Балыбердина. Им предстоит поставить пятый лагерь. И если все будет в порядке, штурмовать вершину. По правилам, восходители поднимают на вершину три вымпела. Своей страны, Непала и Организации Объединенных Наций. До свидания. Традиционно перед восхождением шерпы зажигают ритуальный огонь, который, по их поверьям, отпугнет злых духов. Посмотрим за вами отсюда. Но мы помним о вас. И 4 мая рация будет все время на приеме. Балыбердин и Мысловский больше 2 дней поднимались в третий лагерь. Отсюда с высоты 7800 метров им надо было дойти до 4-го, отдохнуть, преодолеть еще 250 метров и установить палатку 5-го штурмового лагеря. До вершины Эвереста оставалось 348 метров. Володя шел первым, обрабатывал маршрут с 4-го лагеря. Шли по узкому, как проволока, гребню. Без действенной страховки, минимально расходуя кислород. Они были первыми, кто преодолел эти невероятно трудные 250 метров. После 2 дней напряженной работы вот на таком маршруте на третий день был организован вот этот пятый лагерь. Он представлял из себя одну единственную палатку и всего оборудован был для 2 человек. То есть если будут подходить группы с большим составом, они должны дополнительно что-то приносить с собой. Затем мы переночевали ночь в пятом лагере. Даже можно считать, что не переночевали, а переждали ночь. Ждали утра, чтобы не как можно раньше выйти. И в 6 часов утра мы вышли уже на восхождение. Путь к вершине оказался сложнее, чем они ожидали. Случилось непредвиденное. Мысловского тяжестью рюкзака перевернуло вниз головой. Чтобы спастись, он отстегнул рюкзак и сбросил его в бездну вместе с кислородным снаряжением. Свой кислород отдал товарищу Балыбердину, лучше переносивший высоту. В 6 часов утра
они вышли на штурм. Вышли сначала на западный гребень, и по западному гребню довольно-таки быстро. Погода была неплохая, правда, очень сильный ветер и сильный мороз. Западный. И там характер такой, что идешь по гребне, потом стенка, по гребне, потом стенка. Ну и каждую эту стенку принимаешь за вершину, думаешь, наконец-то. Вот она, дальше уже ничего не видно, стенка, это будет вершина. Вылезаешь, там опять гребешок, опять стенка. Наконец, значит, в 2 часа 30 минут дня, это было 4-го, кажется. 4 мая, да. Да, 4 мая, мы поднялись на вершину. 348 метров они прошли за 8 часов, по 45 метров в час. В базовом лагере знали, что у восходителей на исходе кислород. Знали, что они до предела истощены. И не было в то время здесь человека, у которого бы тревога не сжимала сердце. Но была и радость. Наконец-то осуществилась многолетняя мечта. Первые советские альпинисты поднялись на первую вершину мира. Но впереди нас ожидало еще более трудное испытание – это спуск. Все знают, что когда организм уже уставший и расслаблены все мышцы, то на спуске может случиться все, что угодно, тем более на такой высоте. Без питья, без еды, без отдыха, непрерывной напряженной работы. То есть организм, это даже на равнине организм уже был близок к истощению. Погода портилась, шел снег, скалы стали скользкими. И нам пришлось попросить помощи у группы, которая шла впереди. Иначе мы вообще не представляли бы, чем могла бы закончиться эта эпопея спуска. Двум до предела измотанным альпинистам грозила холодная ночевка. Под открытым небом, без кислорода, без еды, среди ледяных шлейфов Эвереста. Обычно после таких ночевок не просыпаются. Понятно. Как Эдик идет прием? У него гостел по кислороду. Мне, видимо, тяжело не надо. Мне бы сделать подписку реакцию на полю, слегка там восстановить силу прием. Там на высоте надежда на собственные силы. А если нет, на товарищей. Наверное, этим и силен альпинизм, силен настоящими трудностями, настоящей дружбой, общей тревогой. Тревога. У штурмового лагеря Сергей Бершов и Михаил Туркевич уходят к вершине. Уходят не на штурм, на помощь. Если все в порядке, если все в порядке, и вы спускаетесь все вчетвером, скажи несколько раз. 4, 4, 4, 4. Несколько раз скажи. Будем понимать, что вы вчетвером спускаетесь вниз. Как понял, приезд.
Евгения Игоревича Тамма поняли правильно. Близилась ночь. Темп мы сразу взяли очень высокий. Обычно на помощь шли. Да, шли на помощь ребятам, шли очень быстро. И в течение 3 часов мы подошли к ним. Это была высота 8700 метров. Была непогода, шел мелкий снег, черепичное строение такое, скал, предвершины Эвереста, и покрытое снегом, ну, не дает возможности двигаться по нему спокойно. Это очень опасный и такой напряженный путь. 20 часов прошло с тех пор, как Балыбердин и Мысловский вышли к вершине. Встретили мы их через 3 часа, это часов в 9 вечера, уже было темно. Вышел к ним первый Сережа, подошел. Ну, мы дали им, сразу наладили маски кислородные, дали им кислород. И горячие под пуховками держали, значит, горячий чай, компот, который мы приготовили. Они выпили этот чай, там съели карманное питание, которое нам, у нас было в рационах. Ну и почувствовали себя сразу гораздо лучше. Тут у нас, в общем-то, до этого возникло решение попытаться сделать ночное восхождение, тем более, что до вершины 150 метров по высоте осталось. И действительно, нам понадобилось всего, даже, пожалуй, меньше немного часа. Чуть меньше часа, да, чтобы выйти на вершину. Ну, вначале, конечно, впечатление не было почти никакого, но пока мы не поняли, что мы действительно на вершине. Смотрим купол, да, даже уже Эверест. Миша, это Эверест. Он не может выйти, говорит. Ну, тут мы вместе, в общем, подошли на длинную веревку. Здесь, короче, связались. Значит, попеременно шли, сложно было. А тут снежный склон, не такой, в общем-то, уже сложный. Мы ближе связались и зашли на вершину. Так обыденно, в общем-то, не было торжественности такой. Ну и, естественно, захватил с вершины сувениры, это камушки. Вот, памятные, быстро направились вниз, потому что мы знали, что ребята далеко не уйдут с того места, откуда они, где мы с ними встретились. И действительно, мы их застали там, мы спустились к ним в течение часа, мы уже их догнали. Вот, и они были на снежном склоне, на крутом скальный склон, покрытый снегом. Они сидели, ждали нас, но мы их увидели. Опять же, они без кошек были, металлические, которых мы все время шли. И здесь они остановились, опять же, истощение наступило. Они просто, опять сил мало, хотя и с кислородом. И скользко на этих плитах они идти не могли. Ну, мы, значит, начали спускать их по перилам. Как это делается? Это альпинистский термин такой. Мы растягиваем веревку, один спускается, второй закрепляет сверху. И они по этой веревке спускаются. Дальше они остаются, опять один из нас спускается вниз, прокладывает путь. Закрепляем опять веревку, опять. В 4 часа зашла луна. Погода, которая нам показывалась, что нет, до сих пор, так сказать, вроде способствовала. Но когда зашла луна, наступила полнейшая темень, вот, и пришлось пускать в ход фонарик, который я предварительно захватил. А тут вот, когда темно стало совсем, мороз усилился, значит, все у нас ветрозащитные куртки колом стали, покрылись инеем таким. Да. Значит, ну и все время приходилось, чтобы не подморозить руки и ноги, шевелить пальцами. Ну вот ребята подморозились сильно, Эдик Мысловский подморозил себе пальцы, он не мог ничего делать, руками мы все делали. И когда пришли в палатку, значит, они ни ботинки снять не могли, ни, значит, ничего, помощь им нужна была. К утру, к 6 часам мы уже были в лагере, где нас ждала двойка Иванов, Ефимов, и которые сразу после нашего прихода решили тоже штурмовать вершину, потому что, в общем-то, эпопея эта закончилась успешно. А мы сопровождали ребят до базового лагеря, потому что помощь нужна была по пути, медицинская, и обычная. Такая. Спуск к базовому лагерю был мучительным. В дневнике Владимира Балыбердина потом появится запись. В палатку я полз на последнем пределе. Но где этот предел?
и что после него. Никогда за всю свою жизнь в горах я не был так близок к концу. Эдуард Масловский, превзнемогая боль в обмороженных руках, перестегивал карабин с веревки на веревку. Это за него никто не мог сделать. Будет во время спуска момент, когда он сядет на камень и скажет: «Все, здесь хорошо, я отсюда никуда не пойду». Сопровождали их Сергей Бершов и Михаил Туркевич, впервые в мире совершившие ночное восхождение на Эверест. Покорили Валентин Иванов и Сергей Ефимов. Покорили без приключений. Потом стало известно. Ночь перед штурмом они провели в полудреме, экономя кислород. Уже у вершины начали расстегиваться кошки. Закрепить их на высоте более 8000 метров – дело непростое. Каждое движение здесь дается с невероятным трудом. Тут еще мороз. Нехватка кислорода утраивает его силу. Пальцы прилипают к металлу. Вершины альпинисты увидели снаряжение японской экспедиции прошлого года. Не дойдя 96 метров до цели, японцы повернули назад. Не все могут пройти эти последние, самые трудные метры. Валентин Иванов и Сергей Ефимов прошли их без приключений. Маршрут нам внизу, когда мы были, казался, что от пятого лагеря будет очень простой. На самом деле это оказалось не так. В общем-то, маршрут был для нас сюрпризом. Это последняя часть. Проходили стенки, проходили такие гребешки, просто как акробатические этюды. На высоте 8800 метров, когда и дыхания не хватает. И даже кислород, этот расход 2 литра в минуту не спасает. То есть маршрут довольно был сложным. Когда вот мы прошли последнюю стеночку, такую небольшую, но она все-таки высоко была, и вышли на гребень, я увидел южную вершину рядом, я понял, что мы скоро выйдем на вершину. И тут неожиданно я начал чувствовать, что веревка между нами натягивается. А я почувствовал, ну не идет, не что, шаг, что с ним случилось, не знаю. Выхожу, заглядываю, смотрю, он не движется. Я говорю: давай вентиль откручивай. Ну смотрю, и тут начал менять кислород. И тут я понял, что что-то с кислородом. Посмотрел на индикатор, не идет кислород. Без кислорода, конечно, там идти тяжело. И буквально за 40 метров до вершины мне пришлось сменить баллон. И тут я врубил полную подачу, 3 литра в минуту, и мы быстро начали подниматься уже к вершине.
оказалось совершенно небольшой такой купол с резкими такими скатами. Фирм засыпан снегом, кошки забиваются, не держатся, довольно неустойчиво. Начали организовали страховку, ну и вот... И большие карнизы в сторону от нас, в ту сторону других ледников, огромнейшие карнизы висят. На вершине там торчит небольшой такой знак, оставленный китайской, вероятно, экспедиции. И на нем мы увидели вымпелы наших товарищей, совершивших восхождение до нас из Харькова, из Донецка. И два кислородных баллона, оставленные первой двойкой. Как смотрится земля с этой высоты? Теплой смотрится, очень теплой. Горы понижаются, идет плоскогорье, и там чувствуется теплота, жизнь. А здесь на вершине, в общем-то... И надо было вниз, и вниз пошли. И снова в базовом лагере радость победы сменилась тревогой ожидания. Где-то там, под вершиной, Казбек Валиев и Валерий Хрещатый. Первая их попытка была неудачной. Ураганный ветер грозил сорвать альпинистов с гребня, и они вернулись в палатку. В 5 часов вечера засветло, они еще раз вышли к вершине. Вышли и пропали. Прошла ночь, минуло 15 часов. В штурмовом лагере в это время уже находились Ерван Тельинский и Сергей Чепчик. Ждали команды, готовились к выходу. И вдруг услышали крик Валиева. Чепчев помог ему забраться в палатку, потом появился Хрещатый. Завершилось второе ночное восхождение. Трудное восхождение. Там по рации запросил, есть ли обморожение. И узнав, что есть, приказал. Всем вниз. Победителем Эвереста физкульт! Ура! Физкульт! Ура! Физкульт! Ура! 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 Сколько сил? Ну? Вот они. Узнаем или нет? Подождите, подождите. Ерван Тельинский и Сергей Чепчев всю жизнь мечтали об Эвересте. Они были в 300 метрах от его вершины, но так и не взошли на нее. Они помогли обессилевшим товарищам спуститься в базовый лагерь. Таков закон альпинистов. Пятое мая. День Победы. Валерий Хомутов, Юрий Голодов и Владимир Пучков подняли флаг нашей Родины на вершине Эвереста. За 6 дней в мае 1982 года 11 советских альпинистов покорили высочайшую вершину мира по ранее никем не пройденному маршруту. Внимание! Произвел посадку самолета Аэрофлота, прибывший 536-м рейсом из Дели-Ташкента. Произвел посадку самолет Аэрофлота, прибывший 536-м рейсом из Дели-Ташкента.
на борту которого находятся советские альпинисты, успешно совершившие штурм высочайшей горы планеты по ранее никем не пройденному маршруту. Встречающих просят пройти на второй этаж зала вылета. Attention please, Aeroflot arrival of flight 536 from Delhi Tashkent. Москва встречала победителей. «Это победа многих поколений горовосходителей нашей страны», сказал на встрече ветеран советского альпинизма Виталий Михайлович Абалаков. Они смешались в толпе родных и друзей из Москвы и Свердловска, Алматы и Харькова, Ленинграда и Тбилиси, Макеевки. Их обнимали те, кто шил палатки и одежду, разрабатывал кислородное снаряжение и рационы питания, проводил медицинские обследования. Кто мысленно был все это время рядом. Это была общая радость, их встречала и приветствовала вся страна.